Молодежное движение в нашем регионе активно развивается. Хочу пожелать всем успехов, удачи, чтобы все получалось и дальше. Самые активные молодые челябинцы собрались в арт-сквере, чтобы стать лучшими в региональном этапе международной премии «Карда». Спортсмены, художники и творческие личности соревновались в различных номинациях. Оценить таланты приехали и российские эксперты. Первый раз площадки. В городе Челябинск вообще в целом. Да, вообще в как регионе. Как вам, впервые. Ну, первые впечатления о городе? Мне понравилось, очень зеленый город. Вот обычно говорят, Ставрополь самый зеленый такой город, но я приехал, мне очень здесь. Я вообще просто классно, несмотря на то, что у нас потеплее немножко, но здесь атмосфера греет, та, которая сегодня есть. Соревнования премии «Карда» провели в рамках молодежного фестиваля «Друг с юга Урала». Он стартовал в Челябинске еще в конце июля. С того времени на набережной реки Миас для активных молодых людей проводят различные мероприятия. На протяжении всего лета здесь проходят различные активности. Вообще мы разделили все по неделям. То есть до этого была неделя, неделя карьеры. Сейчас проходит неделя российских студенческих отрядов, потом будет креативная неделя, ну и так далее. И в рамках этих недель проходят различные мероприятия для молодежи, про молодежь. Сотрудники управления молодежной политики продвигают активности и в разных районах нашего региона. К тому же они собирают предложения южноуральцев по преобразованию области. И вот у нас есть прям ряд уже предложений, и мы хотели попросить, что вот когда мы закончим все объезды, прям сделали такой свод и вот представили. Интересно. Вот, такое. Поддерживаю, давайте проведем такую встречу, где подведем такой, ну, некий итог вот этой вашей работы. Кстати, для молодежи в регионе создают достаточно много возможностей. К примеру, межвузовский кампус мирового уровня. Поддерживается и спорт. За последние годы появилось 85 новых физкультурных объектов. Двигаться только вперед вместе с нашим регионом. У нас замечательный регион, где живут потрясающие люди, поэтому давайте двигаться только вперед, развивать нашу любимую Челябинскую область. Среди участников регионального этапа премии «Карда» выберут лучших. В конце августа они поедут на финал в Ставрополь. Дмитрий Бочко, Артур Фазлеев, 31 канал.